Автоколонна стартовала от Центра культуры «Родина» с улицы Протапова. За рулем семи автомобилей не только бывалые водители, но и юные патриоты. Студенты анапских вузов и СУЗов, представители индустриального техникума Сочинского государственного университета, туризма и курортного дела, других образовательных учреждений. Мы устраиваем автопробег по всем памятным местам Анапы. Мы должны, как молодежь, показать свою заинтересованность в этом деле. Мы должны чтить своих предков, помнить о том, что они сделали для нас, и, скажем так, передавать это дальше своим детям, своим внукам и так до бесконечности. Как рассказывают сами участники пробега, в их учебных заведениях созданы агитационные группы, которые и занимаются организацией пробега. Некоторые принимают участие в акции впервые. По традиции, главным организатором пробега является образовательная организация ДОСААФ Анапа. Сегодня у них день рождения, исполнилось 92 года. Остановка первая. Участники автопробега возложили венок к стеле «Город воинской славы». Далее по улице Ленина. В этот день участники пробега посетили анапские мемориалы и места боевой славы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.